Начну, пожалуй, с самых интересных новостей науки в мире. Ученые из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, который позволит удалить свое отражение с фотографии, сделанной через стекло. Исследователи разработали программный алгоритм, который делит изображение на блоки размером 8 на 8 пикселей и посредством поиска одинаковых элементов определяет, какие участки на снимке являются отражениями. Затем программа корректирует фотографию, удаляя все лишнее. А в России студентка 5 курса Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Елизавета Байгина создала биотест, позволяющий быстро определить токсичность почвы. Чтобы оценить чистоту почвы с помощью стандартных методов, требуется провести анализ, на который уходит от 1 до 5 дней. Изобретение позволяет сократить это время до 10-15 минут. И в заключение, в Татарстане. В Марракеше прошла церемония открытия 39-го командного чемпионата мира по программированию, в котором участвуют 100 команд со всего мира. Россию на нем представляют несколько команд, в том числе команда Казанского федерального университета, составленная из студентов Института вычислительной математики и информационных технологий. Наша команда завоевала право участвовать в финале, пройдя отбор среди 300 тысяч участников. Пожелаем успехов нашей команде. А на этом все.